Добрый день! Вот такая вот матрешечка в руссконародном стиле будет замечательным и оригинальным подарком для родных, друзей и близких. Сюжет и все нюансы заранее оговариваются, подбираются фотографии. И самое главное, чтобы человек на фото был легко узнаваем. От этого зависит схожесть. Далее делается эскиз сюжета карандашом и отправляется на согласование. И только потом непосредственно приступая к росписи матрешки. Так что обращайтесь, заказывайте, радуйте своих любимых приятными сюрпризами.